21 января в Рыбинском музее-заповеднике открылась фотовыставка «Рыбинск. Афганистан. 25 лет спустя». Уже 25 лет прошло с тех пор, как наша страна закончила ведение боевых действий на территории Афганистана, в народе часто именуемые просто «Афганской войной». Однако ветераны боевых действий не забыли ни этой войны, ни боевых товарищей, ни сам Афганистан. Главный смысл этой фотовыставки – отдать дань памяти тем, кто при выполнении воинского долга на территории Афганистана погиб, и низкий поклон живым. И вот эта фотовыставка как раз имеет целью обратить внимание всего общества, жителей города Рыбинска, на эту тему. И она проводится впервые вот именно здесь, на территории Рыбинского музея-заповедника. 25 лет спустя была организована поездка в Афганистан по местам службы для выполнения своего гражданского и общественного долга по увековечению памяти погибших воинов при выполнении воинского долга на территории Афганистана, встречи с местными жителями, а также бывшими противниками. В ходе этой поездки было сделано около 6500 фотографий, 80 из которых легли в основу этой выставки. Память должна сохраняться в сердцах и тех, кто участвовал в боевых действиях. Память нужна и матерям погибших бойцов, а также данная выставка нужна в первую очередь для молодежи, которая должна воспитываться на примерах тех, кто участвовал в боевых действиях. Выставка познакомит посетителей музея с воспоминаниями ветеранов боевых действий, географией и сегодняшним укладом жизни этой далекой страны. Напомнит о тех оставшихся в прошлом военных событиях.